Ребята, я всех приветствую. Сегодня экспериментальная рыбалка. Вчера делал зимний салат. Получился отменный салатик такой. И значит, осталась у меня морковочка. Думаю, возьму с собой, натерки возьму с собой, что будет. Ну и вот, поставил камеру. Мутноватая вода, видно, конечно, не очень. Но так основу видно. Будем пробовать сейчас. Бель я еще морковку не использовал. Бежал я пока с тех лунок. На морковную кашу сбежался весь на окунь с этого водоема. Там в камере вообще кишит этого окуня мелкого. Закормил там кашей. Сейчас пока здесь тоже прикормил. Здесь пока посижу. В принципе, тут что, расстояние от палатки метра три, наверное. Вот он там сбежался, жрет морковку. И на мотыля тоже долбит. Ну вообще прям, как в прошлом выпуске, такой же. Бель что-то вначале походила, отошла. В общем, накормил я сегодня детей. Полосатого. Витаминами. Так что подрастет, будет здоровым. Бьем в толку, вернее, все. Толстый. Что же с белью? Почему бель не хочет брать? Опа, есть. Ага, что-то неплохое. Ох, шарманишка. Что ж ты так придавил-то? Хоть кофейку попить, а то с таким клевом и уснуть можно. Нету клёва вообще. Камеру смотришь, рыбка перемещается то туда, то сюда. Брать толком не хочет.
пересел в другое место. Там вообще не клюет. Здесь мелочевка. Ну, практически мормышки опуститься не дает, сразу поклевка. Он что делает? О. Сейчас вот кашки бросил. Может, что поинтереснее подойдет. Ну, вообще маленький. Все подряд. Лавруха, сорога, окунь. А, кушок, кстати, неплохой такой. Но он нам не нужен. Ты чё? Бежала. Вот такая вот сегодня у нас рыбалка. Поймал, отпусти, поймал, отпусти. Вон взял кату 4 штуки. Клёва нет, размеров нет. Ужасно, ужасно.